она же уже делает репортаж. Христос воскресе! Из мертвых воскресе! Смертью смерть побрал! Иисус! Иисусе! Иисус! Иисусе! Иисусе по правде живот народа! Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. И моя юность, и моя воля, то, что сбылось, то, что в сердце сбылось. И славы, друг, вот и прошли годы разлук. Покой для синих пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Означает торжество справедливости.
И чтобы привлечь сердца людей к правде, к истине, к труду, к любви, к жизни, самое главное – жизнь, что трудно объяснить философии, богословию. Это может только сделать искусство, культура, то, что и сегодня в этом прекрасном зале и месте происходит. Раиса Исаковна, понравился вам концерт? Очень. Вы первый раз на таком концерте? Конечно. 2 часа он шел, не устали? Нет, можно еще было. Понравился вам концерт? Мне очень понравился, слава Богу, что мы попали на такой прекрасный пасхальный фестиваль. Мы, считаем, в одном концерте побывали и на балете, и симфонический оркестр послушали, и посмотрели русские народные танцы. Было очень интересно, и послушали мужскую хор. 2 часа концерта как прошли? Тяжеловато или легко? Великолепно. Дыхание. Великолепно. Спасибо. Ушивились. Замечательно. Наталья, как впечатление о концерте? Концерт очень понравился мне, особенно тем, что во время концерта рассказывали очень много про историю города Красноярска, про историю Сибири, про великих сибирских художников, архитекторов, писателей. То есть мы еще и побывали на такой экскурсии нашей Енисейской Сибири.